Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии скальпинг интрадей на зеркальных уровнях. Досмотрите видео до конца, обсудим внеплановое заседание ФРС США, сегодня должно быть, а также другие экономические события, на которых можно заработать. Итак, евро-доллар у нас пошел в коррекцию, доллар укрепляется, поэтому евро падает. Как мы видим, здесь можно применить сетку Fibonacci, поэтому я жду евро около уровня 61.8, это цена 1.1267, здесь будем ставить ордера на покупку. Британский фунт стерлингов рисует похожую ситуацию, но очень долго корректируется, но все же тоже около уровня 61.8, я его жду. Будем ставить ордера на покупку в районе цены 1.3468. По доллару канадцу, значит, находимся вот в такой вот консолидации треугольной. Если дойдем до уровня сопротивления, то в районе цены 1.2773 продаем. А в районе цены 1.2652 покупаем. Это будет уровень поддержки. Австралийский доллар пробил линию сопротивления, вернулся на прошлой неделе. Хорошо себя показал в зеркальном, значит, исполнении. Отбился вообще прям пункт в пункт. Поэтому жду, что он еще раз может также откорректироваться. В районе цены 0.7095 будем покупать. Доллар и японская иена также вернулась к зеркальному уровню, хорошо себя отработала и, возможно, пойдет дальше. Если пойдем дальше, то в районе цены 114.914 будем покупать от уровня поддержки. Доллар-франк также находится в зоне консолидации широкой такой, поэтому уровень сопротивления в районе цены 0.9331 будем покупать и в районе цены 0.9096. По-прежнему ждем ценового сигнала на покупку. Ну и, собственно говоря, зарабатываем на этом. Евро-австралийский доллар сформировал новый максимум. От него уровень сопротивления. Поэтому в районе цены 1.6198 будем продавать. Канадец-франк отбился тоже идеально пункт в пункт от уровня поддержки. Теперь ждем его около уровня сопротивления. Это в районе цены 0.7305 и еще выше есть еще один уровень сопротивления 0.7340. Вот там будем продавать. Новозеландец франк. Также ждем его около уровня сопротивления. В районе цены 0.6204 будем продавать. По евро-иене, значит, тоже широкая у нас широкая волатильность. Здесь есть уровень сопротивления. В районе цены 133.051 будем покупать. И в районе цены 0, а, точнее продавать от уровня сопротивления. И от уровня 128.851 покупаем. Ну, ждем, собственно говоря, цену там. Золото вообще на прошлой неделе выписывало пируэты. Дошло до уровня сопротивления. Отбилось, все уровни отбились, как я на прошлом выпуске делал. Хорошо отработала, но сделала ложный пробой и сейчас вполне возможно полетит наверх. Хотя, если доллар будет укреплять, то вполне возможно откатится вниз. Тогда мы ждем его внизу, наших уровней поддержки, где, собственно говоря, и на прошлой неделе тоже его ждали. Вот такое развитие событий. Либо, если оно пойдет вверх, то тогда ждем его у зеркальных уровней поддержки, вот у этих вот. Вот отмечу вот здесь вот. И будем тогда от них покупать уже. Ну и последний инструмент, индекс DAX, значит, такая сформировался, такой как бы тоже консолидация, широкий треугольник такой, уровень сопротивления в районе цены 15550, будем ставить ордера на продажу. Вот, сегодня аж 12 у меня инструментов, хорошая неделька, много сигналов, поэтому давайте вместе зарабатывать. Пишите в комментариях, какие бы инструменты вы хотели посмотреть. Ну, чтобы я посмотрел. Также давайте посмотрим экономический календарь. Сегодня будет выступление ЕЦБ Лагард. Завтра по японской иене, значит, в Японии ВВП будет новость. Ну, дальше, в принципе, стандартные новости. Пометьте себе. Но особого такого важного я не вижу, за исключением публикации протоколов ФОМС. В это время тоже бывают сильные движухи. Ну и стоит обратить внимание, что ФРС США проведет закрытое заседание сегодня. И вполне возможно из-за высокой инфляции, это за несколько лет последних рекордная инфляция в США наблюдается. Поэтому вполне возможно, что они для укрепления доллара повысят ставку, неожиданно почему-то сделать, и это укрепит доллар.
Ну и, соответственно, как бы и на рубле это отразится, он может ослабиться. Ну и другие валюты, которые котируются к доллару, тоже могут ослабиться. Вот такие вот рекомендации на эту неделю. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите в комментариях инструменты, которые вы хотели, чтобы я посмотрел. Всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием. Всем пока. Thank you.